Всем привет, сегодня у нас на улице плюс 2, Пермский край. Прокатимся на Минаке V8 Pro. Посмотрим, как работает. Поехали. На третьей сразу позиции. Дорога еще не потекла полностью. Бал знает. Не разгоняемся, едем 25. Не сильно, вроде долго не такая плохая. Сильно накачанная. Амортизация что-то не очень. Задняя еще более-менее. Батарея дребезжит, хотя ее вот не в резиной. Но это не спасает. Батарею надо, конечно, конкретно крепить. Даже стрёмно разгоняться из-за тряски по бездорожью. Маленько получше дорога пошла. Дали на полную. Сейчас впереди будет спуск. Спустимся с него, поднимемся и думаю, на этом закончим. Что-то погода не очень. По бездорожью, конечно, на Минака не особо. Смотрим, как затянет нас такой вот подъем. Неплохо. Ну, тормоза, конечно, хорошие. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да, и не только. Всем приятного осмотра. Пока-пока.